Всем привет! Не у всех есть такая необходимость к покупке вот такой тяжелой дрели, но в то же время у многих есть необходимость иногда сверлить проходные отверстия между помещениями. И тут может помочь обычный перфоратор. Достаточно купить вот такую коронку, у меня это 32-я коронка, ее стоимость 900 рублей. И на всякий случай вот такой вот удлинитель стоимостью 1200 рублей. С ним будет в каких-то моментах удобней. Также я заказал у токаря вот этот переходник с резьбой 16×22 под обычный хвостовик от любой коронки. И получается вот такая вполне рабочая конструкция за разумные деньги. Но тут речь идет и именно про кирпичные стены. И чтобы не тратить лишние деньги на дрель, с этой задачей справляется обычный перфоратор. У меня в данном случае даже аккумуляторный. А вот так выглядит эта конструкция с удлинителем. Также этот перфоратор спокойно справляется с кирпичом, если поставить на него вот такую 56-ю коронку. Хочу отметить, что эта коронка для мокрого сверления, так как покупал я ее для дрели, но на кирпиче она нормально работает и на сухую. Уже прошел я много отверстий, а она все еще в идеале. В продаже есть точно такие же, но для сухого сверления. Хочу на пробу заказать именно под перфоратор. А вот так выглядит работа коронки с удлинителем. И по ощущениям, перфоратору в такой связке работать гораздо легче, чем, например, взять 26-й бур, который под потолком будет постоянно клинить. И при этом от коронки отверстия получаются все ровные и аккуратные.